Вычислить и проанализировать практически все. Газовый хроматограф – неотъемлемый атрибут в работе множества специалистов. Сфера применения от нефтяной промышленности до экологического мониторинга. На поток поставлены достаточно громоздкие приборы. Измерения на таких проводят в лабораториях. Ученые из Самарского университета выводят науку из стен кабинетов. Они изобрели микрохроматограф. Тот же прибор, но гораздо меньше и удобнее в применении. Нанотехнологии в действии – это хроматографическая колонка, один из основных элементов анализатора. Изобретение самарских ученых. Такая маленькая пластинка, которая заменяет собой вот эту объемную катушку. В том числе за счет этой технологии удалось превратить 25-килограммовый объемный шкаф в компактную коробочку, которая может заменить собой целую передвижную экологическую лабораторию. Изобретение в работе молодые ученые демонстрируют на примере простой зажигалки. Пробу отправляют в аппарат, и на экране компьютера появляется график. Он показывает наличие и соотношение двух видов газов в жидкости. Быстрота реакции – еще одно преимущество самарской разработки. Если в обычном хроматографе среднее время анализа 15 минут, то компактная новинка справляется с тем же заданием всего за полминуты. Прибор позволяет определить состав нефти и газа, качество строительных материалов, поможет узнать криминалистам, был ли совершен поджог. Передовая разработка уникальна и для медицины, по выдыхаемому человеку воздуху. Можно узнать, принимал ли он допинг и даже наличие у пациента шизофрении или сердечно-сосудистых заболеваний. В перспективе микрохроматограф хотят поставить на крыло. Измерения можно будет проводить и в опасных условиях. Фактически мы производим сейчас самый легкий в мире газовый хроматограф. У нас даже существует проект поставить его на квадрокоптер. Мы можем поставить ему программу, он будет сам проводить облет какого-то предприятия и отсылать данные непосредственно оператору. Самарский прибор в зависимости от назначения весит от 500 граммов до 2 килограммов. Мобильной версией уже заинтересовались экологи из регионов Приволжского федерального округа. Разработчики обещают, что новинка, ко всему прочему, будет на порядок дешевле зарубежных аналогов. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.